На протяжении 3 лет Саров проигрывал Таншаеву в полуфинале чемпионата высшей лиги. В прошлом сезоне давние соперники встретились уже в финале. Ледовая битва была тяжелой, но наша команда смогла вырвать победу и завоевала первый в своей истории титул чемпионов. Сможет ли старт отыграться в этом сезоне или Саров отстоит свой титул? Первая встреча команд состоится уже в эти выходные, 5 ноября в 13 часов на нашем льду. Уважаемые болельщики, пользуясь случаем, приглашаю всех посетить открытие сезона. Будет грандиозное шоу. Приходите поддержать, поболеть. Просто приятно провести время с пользой. И нам будет очень приятно. Команды-участники чемпионата равны, а потому предугадать исход сезона сейчас невозможно, считает тренер хоккейного клуба «Саров» Сергей Макеичев. Для нашей команды этот сезон будет куда более сложным, чем предыдущий. Сейчас им предстоит защитить титул чемпионов области. Игры команд соперников уже идут. Несмотря на то, что сезон только начинается, градус напряжения на ледовых аренах от этого ничуть не ниже, чем в финальных встречах. Интересные матчи были, 6-5. Полыскова одолел Сеченова. Очень приятный матч. В группе ВКонтакте есть, можно посмотреть. Не знаю, я думаю, что этот сезон приблизительно все одинаковые команды. Я думаю, что этот сезон будет намного тяжелее, чем в прошлом. Посмотрим. Состав не изменился, новеньких никого нету. Все те же самые. Будем защищать титул. 5 ноября, 13:00, Ледовый дворец. Первая игра Сарова в новом сезоне. Для хоккеистов очень важна поддержка болельщиков. Для тех, кто все же не сможет попасть на открытие сезона, мы будем вести прямую трансляцию игры на нашей странице ВКонтакте. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.